И что мне с вами делать? А, они все рушатся! На меня напали кальмары, ребята! Теперь у меня фобия, я боюсь кальмаров. Кальмары с зеркалом вместо глаз. Беги! Всем привет! Мы продолжаем с вами играть в Happy Game. Ну, не очень даже happy. Но, тем не менее, happy она называется. Значит, you need a happy. Так, мы тут с вами что сделали? Мы дошли с вами до конца. Немножечко нас отбросило, потому что я вышла. Нам нужно взять вот эту вот тефтелинку с рукой. Иди сюда. Тефтелинка с рукой. Моя тефтелинка с рукой. И ждем, пока нас заберет какой-то монстр. Вот он идет за нами. Честно, он мне напоминает какого-то пришельца. Он прям очень на него похож. Но я так и не поняла, что с ним делать. Но сейчас разберемся. Как говорится, нет того, чего мы бы не могли с вами решить. Реально он похож на пришельца. Это реально зеленый пришелец. Во-первых, отрываем ему лицо. Давай, отрывай лицо. Ну давай, давай. Вот, все. Потом он выпускает свои щупала. На тебе тефтельку. Не нравится тебе? У него из его щупала вытягивается вот этот наш мальчик. Куда его деть? А тефтельку он кушать не хочет. Видишь? Вот непонятно. Поняла! Все, смотри. Надо, видимо, в эту руку положить мальчугана, нет? Ну-ка, я думаю, что да, наверное, так и должно. Так, подожди. Возьми его. Возьми его. Может быть, надо краешек дать? А, подожди, у нас осталось... Их надо вырывать, все. А, их просто надо вырвать. Все, я поняла. Ну, давай вырвем их всех. Я думала, мне надо какой-то сакральный смысл, типа, в руку их насыпать. Так, и теперь я могу тебя покормить. На, кушайте в тельку. О, счастливый. А почему он злой был? Потому что голодный был. Стоило пацана покормить, он сразу стал добрый. Это я когда злая, реально. Если я злая, вот я выгляжу как этот парень. Теперь я могу ходить по трупам, да? Вау. Неплохо. О, я прошел. Тефтельки меня не съели, и на том спасибо. Ох уж эти ходящие тефтельки. Надо найти собачку. А то мы все без собачки, да без собачки. Так, какой-то зеленый огонек. А, это просто, наверное, какие-то души. Или типа того. Ну, что-то из этой категории. Они прям такие... Убирающие чайки какие-то, ей-богу. Ну, либо кончайки. Что за дискотека огоньков, а меня не позвали? Везде эти смайлики. Что бы это значило? Это значит, что за улыбкой скрывается боль? Зря ты подходишь к ней. Не тыкай в нее, вдруг засосет. И сейчас нафиг, в космос. И окажется, что это история Илона Маска. Нет, кажется, мы в ад попали. А где моя голова? Не хочу быть безголовым. Верните мою голову. Пацаны. Это что? Ёб твою мать. Отдай! Это моя голова. Уж надо, чтобы они залетели мне в рот. Пацаны, залетите мне в рот, мне нужна голова. С головы не могу ходить. Так, и что мне с этим делать? Его надо накормить. Я поняла, все, все стало сразу. Короче, надо в отражение давать. Так. На. Кушай. Кормим креветками. Сейчас он его родит. Сейчас он родит мою голову. Надо еще немножко его покормить. Так, последним червячком. Иди сюда, последний червячок. Все, кушать подано. Бон аппетит. Я самый лучший повар просто, я считаю. Так, теперь отдай мою голову, пожалуйста. Ты так, смотри, какая пухленькая. Ну, дай голову. Зачем она тебе? Наконец-то, я теперь нормальный человек. С головой. Зачем? Опять, что ли, туда? А,
Привет. Так, и что мне с вами делать? О! О! Надо, чтобы у них два глаза было. Ой. Ты любишь есть глазки? Мне это немножко пугает. Бляха, что я делаю? О! Это моя нога! А ты можешь мне дать что-то еще? Чтобы оно выпало. Так, давайте ему оторвем руку, короче. Мне кажется, его надо просто разобрать и что-то достать с ним. Ну на, кушай. Так, теперь они вываливаются здесь. Нифига непонятно. А и новые доделаются еще к тому же. Ну, давай тут накатаем глаз. И что мне с этим делать? Одни глаза. А куда моя нога, кстати, убежала? Куда убежала моя нога? Реально, моя нога, она убежала. Может, ты хочешь меня съесть? О, она улетела. О, это мое тело! А как? А в смысле? Мы типа глаза собирали, да? Нифига не поняла, как я это сделала, если честно. Но, видимо, глаза это были части наших тел, судя по всему. Я их всех напихала, они там смешались, и вот что получилось. Но меня жизнь ничему не учит, я полезу еще раз на этого хера. А, тут какие-то молнии. Что бы это значило? Что тут делать? И на что жать? По-моему, тут ничего не делается. А, ага. Ну, давай. Давай вот так буду крутить, хорошо. Давай, 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 давай. Я так понимаю, их надо раскрутить просто. Давай, 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 давай. Давай, давай, крутись, 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 крутись. Давай, 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 давай. Ну? Во, 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 во! Во! Надо было напитать это облако смерти зарядами, протонами и прочим всем. Но это было очень как-то странно, я не знаю почему, но оно плохо разматывалось. Так, это я, да? Давай родимся все-таки. Мы теперь зеленый огонек? Офигеть. А что ж с нами стало? Чего нас так помотало-то по жизни? Нам надо что-то найти. Давайте вот так вот тогда параллельно искать. Я не знаю, что нам нужно найти. Но что-то рано или поздно мы сами найдем. Просто туда-сюда водим. Вверх. Ага. Вот, что это такое? Во-во-во, я тебе что говорю? Я же говорю, мы должны были что-то найти. Что это такое? Лобная доля монстра? Мне влететь надо куда-то или что? Так, я теперь тут не понимаю, что делать. А! Надо было себя найти, нас положили в банку. Вставай. Да вставай, господи, вставай и иди. Вылазим, рожаемся. Извините, я выйду через лицо. Мы в клетке, ты прикинь. Какой недружелюбный мир. Так, выпустите нас, давай. Давай, шатаем. Во! Выламываем его. Это всего лишь зубочистки. Тебе уже на самом деле хватает, чтобы сбежать. Молодец. Какой злобный смайлик. Реально, чего он от нас хочет? Это, наверное, какой-то демон, который питается нашим страхом. Я опять полез на этот шарик. Жизнь ничему не учит. Любит наш мальчик по шарикам ходить. Привет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи.
Ой, дурак, ой, дурак! И что мне с вами делать? А, они все рушатся! На меня напали кальмары, ребята! Теперь у меня фобия, я боюсь кальмаров! Кальмары с зеркалом вместо глаз! Беги, беги, глупец, беги! Какой психодел просто, какой сюр происходит! Вот это сон, прикинь, чуваку приснился, я просто в шоке. О, песик, ты куды? Мне кажется, песик уже в параллельной вселенной. Песик, куды? Куды ты, куды? На куды ты меня оставил, на кулы? А Смайлик все за нами смотрит, он играется с нами. Куды? 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 Ну куды, ёпта? Отдай его мне, да достал ты его забирать уже. Дурацкий противный монстр. Уже бы сжалился над ребенком, дал бы ему собачку. Хера мы красные, ребята, мы в гневе. Чтоб не блестеть бы, а с жиром вот этим всем. Мишки, расчлененки, интересные мальчонки, сшитые, как два пальца. Ну все, уже перестали быть такими красными, это были прям вообще красные, как рачела, срачела. В гигантскую тефтельку, да? К маме на супчик. Ой-ой-ой, там меня, по-моему, ждут. Не надо, не люблю, когда меня лижут посторонние личности. Отпусти меня. Ну отпусти. Ну отпусти. Ну тебе что, жалко что ли? Отпусти. Ну, я поняла, нам надо сделать все то же самое. Это, короче, штука, она нам помогает. Так, давай, перевернемся. Вот здесь мы ее оставили. Теперь нам нужно ее, короче, запустить его. Так, что-то он не опускался. Может быть, я куда-то не в ту сторону делаю? Давай, 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 давай. Беги, падай. Видишь, тебя отпустили, тефтельки. Это было несложно. Надо было просто помолиться получше. Он такой, отпусти, отпусти, ну куды, где мой куды? Где мой куды? Может, песика зовут куды просто? Ой, там сперматозоиды батькины были. Кто заметил, ставь лайк. Вон еще один, смотри. Что ли мы в утробе матери нашей, что ли? Что-то как-то у нее не совсем там радужно. Смотри, сколько говна наша мать поела. Ой, криповенько. А меня и тут сожрут, да? Спасибо. Током в жопу. Очень приятно. Может, надо отодвинуть его? Боже, бедный пацан. За что ему так? Настрадался бедный. Ага. Я победил. Я непробиваемый просто, боже. Вот это мы с вами настрадались, конечно. Ну реально, тут вон нерожденные дети, сперматозоиды. Мы реально это смотрим, как мы зародились в этом мире. А это наше тело, мертвое, судя по всему. Так, собачка, шарик и зайчик. Ну нам, значит, осталось только собачка, и мы, по идее, пройдем игру. Так, а что тут надо сделать? Раскрутить? Давайте раскручу. Центрифуга! О боже, меня сейчас вырвет! Меня сейчас вырвет! Вау, вау! 25-е кадры! Ёб твою мать! Чуть не вырвало. Теперь я понимаю, что значит такая приписка «Осторожно вызывает эпилепсию». Вот у меня могла бы она сейчас быть. Потому что это было жестко, мне прям аж плохо стало. Слишком-слишком часто менялись эти кадры. Можно я, пожалуйста, уже проснусь и наступит наконец-то утро? И мы будем с собачкой, и с мячиком, и с зайчиком. Очень счастливая хэппи-игра, прям... Don't worry, be happy now. Опять эта волшебная музыка. Чё, утро? А собачка где? Утро? Ты проснулся, братан? О! Собачка! Всех собрали! У меня и собачка, и кролик, и мячик. Во! Я думаю, мы прошли игру.
Ой, бляха. Хэппи-энд. Но почему-то наша душа совсем не хэппи-энд. Может быть, это намек, если игра зайдет, будет продолжение от этих разработчиков? Чё напишешь? Хе-хе. Прикольно. Жутковатая была игра, согласись. Но мне она понравилась. В ней что-то было. Несмотря на то, что это инди-хоррор, вроде бы как, по-моему, в этой метке он был. Мне прям понравилось. Было довольно-таки интересно. Можно было над чем-то подумать. Ну, именно какие-то головоломки были. Было достаточно кровожадненько. Прям в силе вот чего-то такого, чего нам не хватало. Пишите ваше мнение, как вам игра. Подписывайтесь на канальчик, поддержите меня лайком. И увидимся с вами уже очень скоро в следующих видео. Пока!